Сегодня жители поселков, возле которых, возможно, пройдет трасса М-12, провели пресс-конференцию. На встрече поделились мнениями по поводу строительства новой дороги. Одна из главных новостей встречи – глава Лаишевского района Ильдус Зарипов сообщил, маршрут магистрали еще не утвержден, но строительство, вероятно, начнется уже летом будущего года. Строительство начнется летом. Наверное, когда будет утвержден. Это масштабное строительство века. Поэтому наша задача администрации, все это организовать, чтобы людям было комфортно. Также жители поселков просили расширить число участников республиканской рабочей группы по обсуждению проекта автобана. В Минтрансе сообщили, будет создана муниципальная рабочая группа. Все для того, чтобы больше людей смогли принять участие в обсуждении. Для изменения же числа участников республиканской группы нужно постановление Кабинета министров Татарстана. К какому-то консенсусу мы к этому приходим. Поэтому я думаю, что будем продолжать. И какая-то рабочая группа будет создана и при муниципалитете. По дополнительному это мы тоже рассмотрим. Рабочую группу кто утверждает? Кто утверждает? Рабочую группу. Постановление Кабинет министров. Ильдус Фатихович, какие вопросы? Вопросы по поводу будущей магистрали еще остаются. Часть из них постарались прояснить несколько дней назад. Делегация республики, куда вошли и жители поселков, посетили трассу М-11 Москва-Санкт-Петербург. Непосредственно на местности посмотрели, что из себя представляет магистраль, как работают шумозащитные экраны и какой уровень шума в соседних населенных пунктах.